Осторожно! Каникулы. Под таким названием сотрудники главстройнадзора Московской области с 1 июня начали проводить акцию по проверке строительных площадок на предмет защищенности объектов от попадания на их территорию людей, в особенности детей. Особое внимание уделяем содержанию строительных площадок, организации ее с целью той, чтобы безопасность была соблюдена по всем строительным нормам. Мы особое внимание уделяем на ограждение строительной площадки. Мы уделяем внимание на освещение строительной площадки. Мы уделяем внимание, чтобы это была охрана на строительной площадке, чтобы не было случаев проникновения детей на строительной площадке. Попадание детей на строительную площадку может повлечь за собой возникновение несчастных случаев. Ребят влекут такие объекты, им кажется, что здесь можно весело провести время. Но они даже не подозревают, какой опасности себя подвергают. За период проведения акции в Ленинском районе было проверено 30 строек. Не все они соответствовали необходимым требованиям, но после сделанных замечаний в сжатые сроки строители устраняли нарекания. Выполнили со стороны проезжих нежилых частей дополнительную защиту пленочным и сетчатым покрытием от просмотра в целях обеспечения заинтересованности детей. Проверили наглядную агитацию, вывесили дополнительные плакаты о бдительности родителей и детей о входе на стройплощадку и добавили дополнительный пост охраны. В ходе рейда сотрудники главстройнадзора посетили объекты, которые предназначены именно детям. Но пока здесь еще стройка и очень небезопасно. Это Видновский художественный технический лицей. Ну, помимо того, что он все-таки находится в центре города, рядом сопутствующий объект образования – это 4-я школа, и наш детский садик 9-й «Солнышко», и сама школа здесь находится, и наш славный школьный двор, где дети занимаются, родители. И должны быть, конечно же, сопутствующие условия безопасности. Акция «Осторожно, каникулы» продлится до конца этого месяца. Инспекторам предстоит проверить еще более 10 объектов. Но даже после окончания акции надо напоминать детям, что играть на стройке небезопасно. Юлия Погосян, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.